Приветствую вас, Марина. Смотрите, ситуация следующая. С одной стороны, вы боитесь потерять свою маму, потому что вы к ней привязаны, и не произошло так называемой сепарации от нее, от вашей мамы. То есть вы к ней слишком чересчур привязаны. С другой стороны, можно говорить о том, что с ней у вас связано определенное желание, с ней у вас связаны определенные потребности, с ней связаны, ну, ваши некоторые, может быть, цели, некоторые, может быть, ожидания, вот, ну и что-то, что-то, вероятно, еще. То есть ваша мама для вас важна, слишком важна. Вы боитесь, что с ней что-то случится, но боитесь, что с ней что-то случится из-за, условно говоря, себя. То есть вы себе, о себе беспокоитесь, о себе заботитесь в данном случае. Но это, в общем и целом, это хорошо, что вы это делаете. В общем и целом, это здорово, что вы заботитесь о себе. Просто идея здесь в том, что вы заботитесь о себе через маму. И в этом есть определенная трудность. Вот. Потому что заботиться о себе через маму, да, мягко говоря, не самая лучшая история. Заботиться о себе через маму, мягко говоря, не самая лучшая идея. Вот, потому что так вы никогда ничего не добьетесь. Вот. Для себя. Вот. И это очень важно понимать. Очень важно давать себе в этом отчет. Вот. Очень важно отдавать отчет себе в этом, в том, что вы не добьетесь для себя ничего важного. Вот. Но вместе с тем, ваши потребности, они никуда не уйдут. И ваши желания никуда не уйдут и не денутся. Вот. Поэтому, что вам можно здесь порекомендовать, так это поработать с вашими страхами, со страхом потерять, например, вашу маму. Вот. И с вашими желаниями. Чего конкретно вы, например, хотите. Да, тоже очень важный момент, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. В дальнейшем, получив для себя возможность с этим разобраться, вы сможете
стать, ну, ни много ни мало, куда более свободнее от своей мамы, чем сейчас. И достаточно легко разделите с ней ее ответственность за свою жизнь. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.